Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Генератор Рекс, и сегодня будет видеоролик по FNAF 9, обзор мода. Я надеюсь, что вы все этого ждали, FNAF 9, потому что я заснял одно видео про FNAF 9, как я прохожу карту, ну не полностью, я просто вам показал. И скину ссылку на него. Ладно. Сегодня будет очень интересный мод. Вы знаете. А, и еще. Прошу прощения, что я сегодня два рейка очень рано выпустил, потому что меня очень долго не будет на канале, потому что я буду готовиться к сериалу. Кстати, если вам будет интересен сериал, который я буду делать, то подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы уведомления. И я, короче, сделаю специальную эту папку. Вложу туда все видео по сериалы, и вы будете вместе его смотреть. Ну, все серии. Каждое видео будет называться «Генератор Рекс в Майнкрафте». Ладно, приступаем к обзору, а то мы никогда не заснимем. Извините, что заставка была немножечко странная. Просто я не успел нажать на паузу, чтобы заставка вторилась не потом. Ладно, есть то есть. Так что то, что у меня в инвентаре, это то, что есть в моде. Так, первое это подзарядка. Пока что не разобрался, как она работает, но скоро разберусь, наверное. Смотрите, точная копия выглядит. Вы заметили, что она, блин, будто из игры взяли? Ну, так это Майнкрафт. А вот и минус, кстати, смотрите. Вот, смотрите, минус. Вот минус. Следующее, это у нас Роксана. Моделька очень круто выглядит. Ой. Кстати, если ее убить, я это потом покажу. Следующее у нас идет Ваня. Какой звук она же издает? Ладно. Следующая у нас Чика, которая любит жрать мусор. Чика, ну а за тебе не стыдно? Почему ты во FNAF 1, да во FNAF 6, вернее, до FNAF 7, то есть до FNAF 8 ты от FNAF 1 до FNAF 8 ты ешь пиццу, а во FNAF 9 ты жрёшь, блин, мусор. Ну тебе не стыдно, алё. Ладно. Следующий у нас Фёдор. Мы можем в него прятаться. Смотрите. Я вначале оружие проверю. Смотрите. Фото и чё? Мы этим можно стоять. Смотрите. Пиу! Пиу! Чика, как всегда, жрёт мусор. Кстати, я еще в Роксе не стоял. Смотри, что-то нюхает.
Что-то эпоха. Ладно. Это у нас... Призыв Фредди. Мы типа ему звоним. А, все, я понял. Если ударить Фредди... Надо в ванне убить. Короче. Теперь смотрим скримеры. Это я оставлю на всякий случай. Дух понадобится. Заходим в Фредди. Смотри. Подожди. Смотри. Он... Вот он. Залазим и закрывается. И мы... Смотрите, прикол. Туда, куда он... Мы смотрим, туда и Фредди смотрит. Ладно, переходим на выживание. Я потом покажу, что будет, если я... О, давай, Оксан. Оксан, давай. А, у меня мирная, я забыл. Вот, смотри, смотри, сейчас покажу, как вам скример. Ну и как вам скример? Давай, Ваня, давай. Воу. Чёрт, ты мобы злые спавнят. Эй, Джексон. Давай. Чёрт, ты, я дебил. Я дебил. Давай, чик, давай, давай, чика. Мы выдаем все... Где ты? Ах ты. Блин, монстры. Я вернусь потом. Короче, ребята, я пока не было, я все сделал нормально. Кстати, я в конце покажу, что будет, если я убить Фредди. И не убить, а... Ну, что если его поударить? Давайте поубиваем Чику. Вот, какой она станет. Нифига себе, какая она стрёмная. К сожалению, ничего не выпадает. Я думал, что какие-то жрески будут со мной. Тебе давай Роксану. И вот такой она станет. Такая безглазая, слепая. Ладно, а теперь Фредди. Сейчас так и делаем. А, чё я боюсь? Мы можем его призвать, или нет? Кэл Фредди. Всё, он к нам бежит. Вот, смотри. Тра-та-та-та-та, 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 тра-та-та-та-та. Так вот, ждём... Ой. Ой, стоп. Ай, чё? Вот что будет, если его ударит, смотри. Вот. Кстати, там моя любимая группа появилась. Ладно, давай уже залезем. Когда будет 1%, я вернусь. Все, я тут. И знаете, что сейчас будет? Очень страшно. Вы будете
думал, что Фредди злодей. Сейчас оно и будет. Скример! Ну давай уже. Муния прямо рядом, да. Давай, Фредди, давай. Вот, смотрите, видели? Он убил нас. Но он нас не убил, потому что... Ребят, знаете, что мы не полей? Правильно. Вот. Мы, короче, разрядим энергию Фредди. И все. Когда будет один, я, короче, выйду из него, хорошо? Ну, вернусь. Все, ребят, я вышел. Давай посмотрим, зарядится он или нет. А, ребят, уже несколько минут прошло, давай проверим. Он вообще не зарядился, все, это минус идет. Ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Фредди, помаши руку. Мишка, помаши. Фредди! Непослушный. Короче. Такой крутой мод. О, смотрите, он может вам ручку. Значит, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо, всем пока. Не болейте, едите полезную еду. И так далее. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.